редкое удовольствие у меня вызывает работа над сюжетами. Потому что вот этот сюжет про салон мягкой мебели, и не только мягкой мебели, на автомобилистов 16А вызвал потрясающий эффект. И вы знаете, 15 лет работаю на телевидении. Наверное, фамилию уже надо поменять. Не Алексей Челейкин, а Алексей Раскручивалкин. Потому что, ну, раскручивал в свое время эфирное вещание на 29-м ныне канал «Спорт». И показывал, что на СТС тоже могут делать передачи. Потом был телеканал «Домашний». Ну, вот телеканал «Звезда» раскручивать не надо. Он более чем 15 лет в эфире. Поэтому сегодня и сейчас он накрывает своей шапкой почти 500 000 человек. И зачем нужно какое-то кабельное телевидение? Эти недостойные товарищи. Вот, мы лучше здесь. Для вас, ребята, которые живут не только в городе Магнитогорске, а, кстати, жители Башкортостана могут сюда приехать. Вот, выезд, смотрите, да, со стороны озера Банное. Вот, тот, кто не хочет ехать по Магнитогорску, тоже может по Круговому поехать. Благодаря Виктору Филипповичу Рашникову и Южуралавтобану есть такая возможность быстро доехать вот до сюда. И здесь уже купить то, что стоит дешевле сотового телефона. При этом выполнено в два раза качественнее и, соответственно, прослужит вам в три раза дольше. А если вот здесь вот на выезде в сторону озера Соленого на заправке «Лукойл» вы не сможете сэкономить на цене бензина, то, по крайней мере, сэкономите на качестве. Потому что, ну, дай бог, чтобы рано или поздно у нас появился, в конце концов, спонсор. Мы предлагаем вам сэкономить 5000 рублей или сумму от 5000 рублей, проехав чуть далее в сторону улицы автомобилистов. И вообще сумма 5000 рублей – только начало. Вам надо понимать, что торговцы мебелью, к сожалению, вынуждены в цену своей продукции вкладывать очень дорогую аренду. Вот здесь вот автомобилистов 18, автомобилистов 14, автомобилистов 16. Ну, согласитесь, гораздо проще, ну, сделать приемлемые цены, чем задрать и сделать их неприемлемыми. Потому что какая разница, все равно же прибыль они не получат. Они ее также отдадут собственникам тех замечательных и очень дорогих мебельных центров. Поэтому, приехав сюда, вот проехав по улице автомобилистов, вот замечательного поворота, всего 200 метров, вот здесь просто уже позиционируем. Здесь вы начинаете экономить 5000 рублей только на диванчике. А если вы себе купите диван, богатый мягкий уголок, то, в общем-то, сумма будет экономии 40 и 50 тысяч рублей. Голову включайте. Ну, действительно, и смех, и грех. Смешно видеть в мебельных центрах откровенную дешевку. И грешно за нее еще и деньги платить. И чисто по-русски. Жаба душит, зная, что при покупке мебели в раскрученном торговом центре, центре, который строился по принципу «рука руку моет», на эту честную руку выкладывать до 40% стоимости товара. И знаете, лучше, сделав предоплату, получить ваш любимый размер и ваш любимый цвет, а можно и приобрести из наличия, при этом получить удовольствие от денег сэкономленных. И тут абсолютно не важны, в принципе, одинаковые условия приобретения товаров. Там тоже стоя, здесь в чуть большей прохладе, важно получить много, заплатив немного денег. Что может передать камера? Камера может передать цвет, камера может показать размеры. Ну, если тут находится рядышком человек, 1,75 м. То есть вот размер углового дивана. Ну, естественно, это угловой диван не для хрущевок, а для Ленинского района. Что может камера передать в умелых руках? А тот материал, из которого сделан этот диван. Если вам кажется, что это какой-то уставший велюр, ну, в смысле, уставший, надоевший велюр, то нет. Это тканная основа, причем с включениями этого велюра. И вот смотрите, видно, да, что она отливается золотом. Теперь, что не в состоянии камера передать? Ну, она не в состоянии передать того разочарования всех уже бывших новых русских. Потому что все те новые русские, которые ездят на крузерах, лексусах и на всем остальном, ну, таком навороченном, это все в кредит, ребят, куплено. И сумма ежемесячного платежа — это только начало. Вот представьте, да, вы купили себе кукурузер в кредит, такие счастливые, 33 900 каждый месяц, жестко. За 33 можно отдохнуть. Можно купить себе вот такое диванище. То есть жена будет довольна, если вы живете, допустим, ну, вместе с тещей в хрущевке, да, а такие есть у меня владельцы кукурузеров, то вот лучше его продать, купить себе треху и порадовать себя. А порадовать себя можно еще и тем, что вот такой цены нигде нет, только здесь, на автомобилистов 16А. В других местах это будет стоить
Ну, 45 тысяч рублей, на 12 тысяч дороже. Эх, вот он выбор. Выбор дешевых и качественных товаров. И только теперь мы понимаем, что совсем недавно, живя непосредством, мы тратили средства огромные, впустую. Мы покупали машину на 3 года, при этом ограничивая себя в комфорте. Нам необходимы были мобильные понты. А спали мы на старом диване. Теперь, зная где и понимая, что сумма месячного платежа за авто – это достойный диван, суммы большие можно потратить на себя. Либо сэкономить на зарубежную поездку. Кстати, продав, либо обменяв квартиру с мебелью, вы деньги вложенные, естественно, вернете. Главное, чтобы мебель смотрелась достойно. А здесь она и есть такая. А теперь я расскажу то, от чего вы так давно тащились, это, в общем-то, неправильно. То есть, если мебель из кожи, то это, извините, офисная мебель, либо это мебель в банные салоны, либо это мебель для гостиниц. Для дома кожаная мебель не пойдет. На кожаной мебели вы не поспите. Кожаную мебель, если подерет ваш любимый кот, то все, до свидания, можно выкинуть. Лучше тканевую мебель. Вот. На которой, кстати, можно вот просто, смотрите, подлокотник беру и выдергиваю. Это ничего не бойтесь. Это такая придумка называется. Захотели, под голову подложили, захотели, ну, куда-нибудь еще. В общем, здорово. То есть грамотно, наконец-таки мебель для вас. И специально попросили пропиарить, скажем так, фирменную мебель Челси. Вот она, фирменная мебель Челси. И расскажу, чем отличается вот эта мебель от другой, выставленной где-нибудь, ну, в другом салоне. Во-первых, это ульяновская мебель. А Ульяновск сейчас сидит весь на мебели. То есть там мебель делать и умели, и умеют. Во-вторых, массив. Вот это все, это не ДСП, это все грамотно. В-третьих, ну, честно говоря, в следующий раз возьму кота, заставлю подрать. И в-четвертых, и даже вот это кресло, и даже этот диван имеют механизм трансформации. Металлический, как я вам в прошлый раз показывал. То есть, ну, мебель не на один год, не на два, не на три. Стоимость этой мебели, ну, вот я вам скажу так. Есть такая штука абсолютно бесполезная, iPhone называется. Так вот, диван, кровать Челси стоит на 4000 дешевле. А кресло Челси фирменное, и там еще и пуфик такой. Девушка приходила, сказала, все, хочу, отдайте, но вы уж продали. Ничего страшного, привезут новый. Так вот, кресло Челси стоит 12500, а пуфик 4500. Ну, там такой пуфик, я вам скажу, что вот тут пуфище. И если сейчас время деньги считать, то это не значит, что надо деньги считать с маниакальным пристрастием и экономить на всем. Надо просто знать, где купить подешевле. И возможность такая есть. На автомобилистов 16. Ну, проехать достаточно сложно. В начале сюжета мы вам показали. Будут и следующие сюжеты, все поймете. Вот, пожалуйста, вариант. Бюджетный вариант, но очень достойный вариант. Мебели Корсика. И скажу честно, вот осталось, пожалуй, сюда завести только американские кресла для просмотра телевизионных передач. А так, вот именно там, в Америке, такая мебель, которая не отличается, ну, вот этой помпезностью. Вот грамотно, мягко, удобно. Да, действительно мягко. Вот 100 с небольшим килограмм, вы видите, как проминается. То есть и поспать можно, и телевизор посмотреть, и отдохнуть. И при этом вы точно соблюдаете то самое золотое правило. Не переплачивайте много. Потому что, ну, смысл какой переплачивать? Проще проехать сюда, потратить, ну, лишние там минут 30 дороги, зато сэкономить 5, 10, 15 тысяч рублей.